Всем привет! Хочу немножко сегодня размяться, а то все дома как-то жарко было. Сейчас уже вечер, я вот пойду сейчас в магазин H&M и посмотрю, может там чем-то удастся поживиться. Ну, это наш новый торговый центр, который был открыт в прошлом году в районе Окленда, который называется New Market. А я иду. Иду. Здесь вот такая красивая композиция сделана из зеленых, цветущих и не цветущих, даже цветущих, вот с какими-то там мини-пютенькими, то ли колючками, то ли цветочками. Ну, в общем, я пошла в этот, в H&M. Я вот тут подошла посмотреть такой на нечто балахонистое. Вот такая разлетайка. Ну, я не знаю, это... как для будущей матери. Ну так, чтобы было не жарко. И вдруг случайно вот здесь вот обнаружила такую блузочку, которую я вообще очень люблю. Регланчик с длинным рукавом из очень тоненького льна. Вот она стоит 34,99. Размер написано L. Я уже ее так прикинула на себя. Решила куплю. Очень такая приятная. Это тоненький-тоненький лен такой. В общем, пойду платить на кассу. Много всяких таких вот летних топиков. И юбки есть такие, вот и блузки такого цвета. Такого подхаки, я бы сказала. И розовенькие, вот есть шортики, сарафанчики. Выбор большой. Вот тут еще есть такие похожие блузки. Надо еще здесь посмотреть белые. Тут немножко другого дизайна. Здесь вот такие, что это такое? Тут платьица такие. Ой, ну точно мода была такая. Где-то в начале 80-х годов с такими штуками. У меня даже было такое платье. Ну, там вот много и таких немножко лопастых платьев. Ну сейчас я вот эти блузки внимательно посмотрю. А вдруг. Так, посмотрела поближе. Ну, как бы это немножечко не для моего возраста. Тут вот так, такой сжатый какой-то материал с длинным рукавом. Ну, пойду посмотрю еще. По дороге мне попались такие юбки из льна. И такой приятной пастельной расцветки. Сейчас я попробую посмотреть. $40 цена. Может, бабушка что-то и на свою фигуру... Ой, то тут я не знаю, тут не только на мою фигуру, тут можно найти и на очень такую солидную фигуру. Сейчас я посмотрю. Мне нравится такая расцветочка. Такая для лета приятная, светленькая. Тут рядом и пиджаки в такой гамме. Что-то за ткань, даже не могу сказать. Вот еще блузки такие. Белые. То есть все светлое. Все светлое. Очень много белых. Белые пиджачки. Такие шортики. В H&M навезли столько таких блузок в пастельных тонах. Вот такая $30. Вот там вот тоже видно издалека. Вообще $15. Свитера такие вот. Какие-то с бусинками. Юбки такие интересные. Каким-то фасоном. Есть и блузки вот такой веселой расцветки, гавайской, $30. Там вон дальше брюки. Много всякого разного. Здесь вот все в таких каких-то сине-фиолетовых тонах. Такие вот блузочки с какими-то кружевными, $15 вставками. Это что тут? Брюки такие. Так, на пижаму смахивает немножко. Вот тут такое вот веселенькое расцветки, между прочим. Сколько это стоит? $25. Такие блузочки для девушек, для молодых. Шортики вот желтенькие, веселенькие такие. Еще вот такие вот, это, по-моему, без плечиков такие штучки на лето. Что тут еще? Белое. Такие вот в меленький цветочек $30, и к ним юбки такие веселые. Что это такое? Это юбки такие красные.
Ой, а вот такая юбка. Не, ну, я не рискну на себя такое купить. Потому что это ж чересчур... А, да, тут еще и разрез такой. Как бы чересчур привлекать к старой бабушке внимание. Уже такие куртки. Уже готовимся к зиме. Такие вот куртки с капюшонами, с искусственным мехом. Жилетки вот меня привлекли. Такие жилетки, но я бы хотела поплотнее. Ну, не черного, я не люблю черный цвет. Он мне очень не идет. Вот. Что здесь еще? А это брюки такие бежевые. К ним вот есть бежевой такой расцветки с длинным рукавом. Ну, типа блузки, или я даже знаю. Кто-то, если кто носит коротенькое, может, как и платье пойдет. Здесь очень много в черно-белом варианте. Бежевым, черно-белым. Из искусственной кожи. Вот такие косухи. Классического покроя. $60. Пальто уже много. Еще и лето, только у нас середина, а уже готовятся. Так, это тоже без бретелек. К ним вот такие можно купить. Что это такое? Это брюки такие. Ну и тут вот такие подходящие всякой расцветки по $15. Это такое все. Совсем недорого. Пришел, накупил себе и ходи во всем свеженьком. А это что такое? Это шортики такие интересные. Здесь вот по $25. Синие горошки меленькие. И такие горошки более крупные. Тут $15, $27. Тут всякие вот шортики, рубашки. Это женские рубашки. Застегиваются на женскую сторону. А H&M, наверное, и нету мужского, да? Я что-то не помню, чтобы мне где-то тут мужское попадалось. Так. Здесь вот. Здесь такое царство зеленого цвета. Такие зелененькие блузочки. Что тут еще? Тут такие полосатенькие, всякое синенькое, цветочки. Что-то они, видать, новое получили. Это я в Нью-Маркете, магазин H&M. Вот такая вот кружевная блузочка. Очень даже ничего на лето. Так будет просвежаться хорошо. Такие вот. Ну, я такого в Украине не носила. Такие свитера $40. Ой, я даже не представляю такое себе. Это знаете, когда тут можно? Тут можно зимой дома такое надевать. Потому что бывают иногда такие денечки или вечера, когда так неплохо приодеть что-то такое. Тут такие шапочки, сумочки. Что тут еще? Ой, мне вот такое надо себе купить. Сумку, которая ну, сзади, как рюкзак, да? По-английски это называется backpack. Как-нибудь другой раз. Надо будет посмотреть, что тут еще. Пояса, очки. Тут всякие типа майки. Это такое белье. Разное. Потеплее. Попрохладнее. Да. Некоторые так ходят и по улице. В таких вот майках. А тут вот я шла и дошла до сиреневых расцветок. Такая вот девушка тут стоит в сиреневой блузочке, юбке, в таких кроссовочках беленьких. И тут уже всякие кофточки, блузочки, юбки в сиреневых цветах. Так, что тут у нас? Вот такое и в клеточку какое-то сиреневое платье. И там он такое парадно-выходное с люрексом платье. Ой, боже, тут еще и в эту сторону идет. Тихо, ни конца, ни края не видно. А к этому платью с люрексом, которое стоит $25, можно еще и такой вот поиметь пиджак за $60. Подходящий. То есть полностью можно подобрать ансамбль. Здесь вот по $30 такое веселенькое. Желтенькое, ну что-то такое, то ли платье, то ли туника. Это тоже, ну я бы сказала, что это платьица. Хотя их можно и с джинсами, и шортами носить. Там он черное с желтым можно выбрать.
Так, а здесь вот еще и такие блузочки симпатичные, в такие розочки какие-то миленькие. Тут выбор сарафана. Хочешь купить длинный сарафан, хочешь купить короткий сарафан. Причем это все совершенно недорого, боже мой, что совсем дешево. Вот эти вот все сарафаны такие по 15 долларов. Пожалуйста, купи и носи. Я бы себе такой купила дома ходить. Я люблю дома в таком ходить. Ну, тут, наверное, на меня нет размера. Тут, то я чисто случайно блузку одну выбрала. Ну, а теперь пытаюсь еще что-нибудь такое найти. Но это очень сложно. Ага, вот такие платьица. Это уже как бы на таких дамочек, как я, подходящие. Сколько оно стоит? Ну, тут цена вся такая, ага, 30 долларов. Тут есть и блузочки такие, и шортики такие. И там такие юбки в цветах. Что тут еще? Тут тоже вот такое веселенькое, желтенькое. Вообще выбрать есть что. А здесь вот мне надо пройти. Сюда это я иду на кассу. Тут вот еще такие вот с люрексом блузки. Есть вот что-то такое. В черном цвете такое, с сиреневыми цветочками, белыми, опять блузками, с такими миленькими светлыми блузочками, всего за 20 долларов. Ну, это тут очередная косуха. А вот еще такие кофточки. Ой, я помню, у меня такая была, наверное, когда я училась на втором или на третьем курсе института. Точно такая, очень похожа, по крайней мере. Тут вот такие в клеточку, как блузки на мужские смахивают. Здесь много женщин любят носить вот такой, знаете, какой-то мужской стиль. Я так не очень такое, они любят. Вот такая розовенькая блузочка, 15 долларов. А здесь вот все по 10 долларов висит. 10, 10, 10. Что тут по 10? Ну, это такой ядреного розового цвета юбка. Что тут еще? Это брюки, 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 ой, это юбки такие, очень просвещающиеся, еще брюки, то есть это все, то, что здесь я смотрю, это все 10 долларов, такие брюки в цветочек, знаете, вот на разный вкус, между прочим, ой, это такое штапельное, такое приятненькое, жалко, что таких юбок нету на меня. Ну, так бы такую юбочку очень и неплохо. Ой, а вот такие, да? Ха-ха, веселенькие штанишки. Там дальше белье, белье, белье. Тут опять кофточки в розовом цвете. Ну, в общем, я довольна, что мне попалась эта блузка. Я над ней подумаю. Сделаю из нее вполне возможно такую вышиванку. Здесь вот уже в зеленом цвете. Что-то тут на скидку идет. Ну, было 25 долларов, теперь 20. А, нет, не 20. Оно висит тут 10 долларов. Так что это все стоит 10 долларов. Ну, как я люблю сказать, разделите на 10. На советские цены. И будет рубль всего. Такие шорты по 10 долларов. И розовые. Ой, это, я так люблю такой вот материал. У меня платье, помню, было. И, по-моему, ни одно из такого материала. Я забыла, как он называется. Спандекс или как-то такой. Он такой, как ХБ. Очень хороший материал на лето. Не знаю, как тут что можно выбрать? Тут надо ходить и все пересматривать. Или иметь конкретную какую-то цель. Так, я заплатила за свою блузку. И иду на выход. Тут всякие шарфики. Что это тут еще? Всякие какие-то щетки. Ну, мы идем на выход. Мимо всяких вот синеньких цветочек, по-моему, мы их уже видели. По-моему, это джинсовое, что-то такое. Мы уже видели, я уже не помню. Что мы с вами видели, а что не видели? По-моему, эти брюки мы издалека наблюдали с такой блузочкой. Ну, я иду на выход. У нас такой восхитительный вечер.
прекрасный. Тут такая девушка стоит, вся из себя. Так, ну, а я иду на выход из этого торгового центра. И желаю вам всем всего доброго. Спасибо, что были со мной в магазине.